20 прошедших лет доказали всем, что этот курс никуда, он завел страну в тупик, и это констатирует сама власть. Нам нужно думать, как идти дальше. Наверное, нельзя допустить, чтобы продолжалось та вакханалия, которая идет в стране. Уважаемые товарищи, друзья, мои соотечественники, предстоят выборы не просто в Думу и президента, предстоят выборы судьбы Российской Федерации на ближайшие многие годы. Нам необходимо прежде всего обеспечить высочайшую степень боевой готовности нашей армии. Капитализм в той форме, как существовал последние годы, полностью иссяк. Он взорвался в главной цитадели на Уолл-стрите, и он требует замены. Поэтому очень важно изменение по существу курса страны за нашу победу. Мы сумеем это сделать мирно и демократично на честных и достойных выборах. Коммунисты, они всегда выдержат все. Мы прошли такие годы, что нам сегодня ничего не страшно. Новый социализм, новые идеи стучатся в двери и окна каждого государства, и наша партия предлагает такую программу. Вы видели сегодня нашу формулу, формулу победы, которая объединяет русскую идею вместе с социалистическим идеалом, народовластием, справедливостью, дружбой народов и уважением к человеку труда, умом и талантом которого создаются все главные ценности на этой прекрасной земле. Мы сумели сформировать команду, которая по социальному составу выражает дух и настроение всех народов нашей необъятной и многострадальной Родины. Мы дети великой России, с тысячелетней историей, с победами и поражениями. Но мы никогда не были военнопленными и подельщиками. Мы не являемся крепостными любой власти. Мы граждане страны, которая сумела выстоять тысячелетней истории в боях и походах и победить самых грозных супостатов.